Всем привет! Это «Спорткадр», проект агентства теленовостей. Федерация футбола подвела итоги года. Герои прямо сейчас в компании со мной. Вы видите. Лучший футболист страны Андрей Соловей. Лучший тренер как страны, так и высшей лиги Иван Биончик. Вскоре с ним будет эксклюзив. Лучший игрок чемпионата Демба Дарба. Если вам вдруг интересно, то мой выбор был вот таким. Биончик же, как известно, свой голос отдал себе. С лучшим тренером страны Иваном Биончиком бывает нелегко, но интересно. В этом межсезонье ожидаются тренерские рокировки. Чемпион страны «Шахтер» решился на них быстро. Алексея Багу у руля сменил Иван Биончик, который с Гомелем заметно пошуршал на белорусских полях в этом году. Кстати, Солигорску в кубке от гомельчан досталось. Лично мне Баге будет не хватать в чемпионате Беларуси, если он вдруг не возглавит, допустим, Батэ. Почему нет? Станислав Липский накануне сделал интервью с Биончиком, полная версия которого была показана в программе «Арена» на «Беларусь-1». Вашему вниманию некоторые тезисы с новым коучем Солигорска. Где сейчас находится белорусский футбол? Прогресс, спячка, регресс? Порассуждайте на эту тему и, в принципе, какие есть проблемы. Я сейчас не могу ответить за весь белорусский футбол и сказать, но... Понимаете, каждый видит по-своему. Тот, кто хочет видеть плохо, он будет видеть плохо. Тот, кто хочет видеть хорошо, будет видеть хорошо. Тот, кто будет никак не видеть, он никак не будет видеть. Вопрос создать ореол неудачи, ореол негатива вокруг футбола, а потом хотеть от этого футбола, и, скажем так, позитива, и чтобы тут позитивно как-то было, и вопрос общения, и так далее, и так далее. Ну, что посеешь, что пожнешь.